Здравствуйте, уважаемые друзья, мои подписчики. Их немного, но они есть. Не забудьте, кто новенький, подписаться на канал, поставить колокольчик для получения. И важная информация. 17 лет назад была задержана банда Гилаева. Вот Александр Барс, это мой командир разведвзвода. Подпишитесь на его канал, ссылку я оставлю в описании. Помогите, там чуть-чуть неправдивая история в его сторону, то есть вы можете помочь. А сегодня мы рассмотрим транспортировку сваи. Вот на эти сани, которые мы видим, надо положить сваю весом 90 тонн, диаметром 2520 миллиметров. Как мы видим, вот она лежит у нас, сваренная из таких катушек. Это готовый результат. В общем, приступили. Для этого нам понадобится 4 стропа 40-тонных. Итого у нас получается 160 тонн запаса. Свая весит 90 тонн. Внутри снега нету. Вес не добавляется. Два трубоукладчика нам в этом помогут. Вот ставим их на позиции. Вот троечка, 30 миллиметров толщина сваи, это ну, прилично, вес даже для трубоукладчика, как бы под собой он может такие веса брать. Поставим лайки, не забудем, вот парни вас просят, пожалуйста, и комментируйте, если что-то неправильно видите, я буду рад слышать ваше мнение. Читать ваше мнение. Значит, так, сваю стропим с двух сторон на одинаковом расстоянии, чтобы нагрузка была у нас примерно одинакова для обоих трубоукладчиков. Становим трубоукладчики наготове, становимся на позиции. Мне помогает мой коллега, ну, или я ему помогаю, то есть мы друг другу помогаем. Встали на позиции, все готовы, поехали. Стоп, надо сделать вира второму трубочисту, визуально будет второй, ты сделай вира, показываю, все, ты стой на месте, ты вира, вира еще, вира, вот, подняли вира, готовы, готов, все, гоу, только в другую сторону, назад, у нас не хватает шагу, мы ездим, маневрируем, чтобы выйти на сани, ровненько поставить. В общем, все удачно складывается. В поворот обошли мы поворотом сани. Так, выходим на позиции. Трубоукладчику вот второму очень тяжело, наклончик там на максимальном работаем пределе, то есть выжимаем все самое ценное. Воспользовались услугами бульдозера, чтобы много не маневрировать. Подсунем сани прям под груз. Ну, выслушаем комментарии трубоукладчиков, как обычно. Это ничего страшного, с этим мы свыклись. Вторые сани подвинули. Так, все, ну надо чуть-чуть еще краешек. Стоп, давай еще краешек подвинем тут. Таким образом, сани потом будут тянуть сваю к тому месту, где она будет заколачиваться. Раньше варили, забивали 12-метровую, наставляли и варили горизонтально. Сейчас варят вертикалы. Сначала сварили сваю, потом ее отвезли. Свая лежит на месте, все прошло удачно, операция выполнена. Давиду Ионовичу привет. Все, все обошлось без происшествий. Положили. Да, ставим лайки, подписываемся на канал. Если это видео вам понравится, я это увижу по лайкам, то в следующем видео мы увидим, как мы транспортировали эту сваю на санях. Так что подписывайтесь и ставьте лайки.